Всем привет, ребята. Продолжаем нашу серию сюжетов по открыванию ширпа кейсов, попытки выбить нож. Сегодня у нас уже 16 по счету выпуск. Если ты до сих пор не подписан на канал, то нужно подписаться. Также можно вступить в группу ВК, ставить лайки, дизлайки, писать ваши комментарии, пожелания, отзывы, скидывать промики. Вот. Ну, а мы начинаем. Надеюсь, сегодня видео, точнее, не хочу сегодня видео затягивать. Потому что уже задолбался сам что по 20 минут там по 30 минут писать видео ни о чем которые там еле-еле открывает вот сегодня откроем по-быстрому все Думаю, надеюсь что по-быстрому все получится открыть то есть не будет сайт мозги долбить там до да, пол полчаса вот. есть у нас бесплатное вращение одно нем колесо посмотрим вообще что с него тут может выпасть 200 тысяч рублей Охренеть, еще условия от 5000 по, по это да пополнять. Вот давайте-ка я сейчас это тогда бонус активирую. А, кейсы, колесо бонусов. По моему сюда. Так, если кому-то интересно, вот он, промокод. На эти две с половиной тысячи рублей то есть кто-то может будет пополнять а черт его знает я то точно это делать не буду Ок. есть у меня еще бонус на 5000 рублей но здесь пополнять нужно вот непосредственно вот, десятки вот то есть вот он этот бонус я его не использовал ну может быть вы там сможете использовать то есть это ваше право вот есть соответственно что у нас тут бесплатные кейсы ну давай начнем с бесплатных кейсов откроем то есть, я сегодня с, с утра закинул деньги чтобы открыть этот кейс за 500. Но оттуда мне ничего... <свист> Ох! Ох! <свист> ребята, охренеть, ни хера себе! Меня два дня сайт брил, то есть реально брил два дня сайты с бесплатного кейса разъяренная толпа выпал. Ох, я просто в ахере, ребята, я просто в ахере. Я думал пролетит на, на фиолку эту. Охереть! Это просто просто жестянка. То есть он мне сегодня с 500 рублей там насыпал там этой грозы и всякой тоже среза 85 дал, да, то есть вот, ну а, разъяренную толпу я точно ни в контракты, ни в обрыды закидывать не буду, то есть я ее выведу, я ее выведу однозначно, да, то есть, а вот из этих вот, ну давай до хрусталя тени я тогда вас в осадок упаду, а это, за 23 мы продадим, слушайте, ну это просто пиндец какой-то вообще, я в ахере, Короче, я ее сразу запрошу с маркета, с фрикейса. Уточняется статус покупки. Че там давай? Ну, блин, ну, покупка успешно, ждем передачи продавца. Вот, то есть вот эти вот три скина мне выпали с кейса со второго, который за 500, за 500 рублей, за 500 рублей. Вот ты балбес, блин. Так, мы это все продаем, это все мы продаем. Толпу я вывожу, пока это, а что ты мне по нулям пишешь? 0, 0 типа... О, слушай, я даже в лайфленте тут что-то высветился. Обалдеть. Слушай, ну эмоции. Сука. Ну, в стиме-то он по любасу дороже. дороже. Руб за, за рублей за 700 будет. Ну-ка, доступные для продажи. Сколько там чего? А, надо вот так, они же мне так сказать. Ну-ка, если мы все вот это продадим, сколько тут? 1398. Конц... Кансел. А, ну этот уже не считается. 1398 плюс вот эти вот. Это две с лишним тысячи. Так, сколько скинов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать. 19 скинов еще нужно ну короче этот я забираю еще два мне нужно ну непосредственно будет вывести ну что, в общем погнали дрюка по кейсы короче по 10 штук откроем прокруткой по 10 кейсов откроем и и пойдем отсюда нахер как говорится там да что тут 40 с 10 46 ну понятно там ловить нечего давай еще разок не ну разделенная толпа это прям mm. охренеть слушай не знаю если нож выпадет я наверное тут вообще охренею да то есть тут тоже что там долго продавца-то ждать надо будет, нет? А, ну, тут, наверное, это. Ну, по-быстрому побреемся сейчас и это. И пойдем. Ну-ка, продавец, продавец, продавец. Все еще ждем. И Даже отчета тайминга не идет. Что за херня-то ты? Ждем продавца. Ну ладно, ждем. Не, ну оснований-то не верить, что, что не придет. Нету, да нету оснований не верить. То есть, значит, должен прийти. Мне нужно выбить еще два скина. То есть, нужно вытащить два скина, чтобы... Так, что здесь у нас? 5, 5, 5, 5, 40. Вот, за 40 есть. Это мы тогда продаем, 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 продаем. Так, это продаем. Это, это и вот это. Так, еще, значит, один скин остается выбить. Чтобы контракты запилить чтобы запилить контракты. Не, ну если он толпу разъяренную дал, то сразу с бесплатного. Я очень сильно сомневаюсь, что в этих, в этих там, в контрактах он что-то путнее там даст вообще. Что в контрактах он даст что-то путнее. Очень сильно сомневаюсь. Ну, так как цель поставлена была, да, то есть сделать два контракта по 10 предметов, посмотрим ну тут тут прям беда бедовая насколько прокруток раз два ну то есть на три прокрутки где-то осталось у меня ну, хоть ролик недолгий будет и то уже так ну тут по любасу Хрень всего на 40 о кому-то зуб тигра а на апгрейде выпал слушай ну нормально чуваку повезло заапгрейдил зуб тигра 29. Хороший апгрейд. Хороший. Прям отличный, можно сказать, апгрейд. Что ты, что ты, что ты прям... Ну, толпу дал, все теперь, говорит это. Причмокивай теперь только. Все. Получи толпу и так, нет, вот здесь что-то скин какой-то должен быть толковый. А, вот он, есть. Ну все, вроде мы на, наскребли на два апгрейда. Ой, на два апгрейда. На два контракта. Вроде набрали. А, давай попробуем в контракты залететь. Сколько? Раз, два, три. Так, этой толпы здесь нету. Мы 10, короче, хотел я делать самых дешевых, да. То есть 40, 42. 40, 42, а вот еще за 37 есть. О, Фомаз... А, подожди, Фомаз за 308. Ну, а, ну я его как самый дор в дорогие там буду запиндюривать. То есть он мне как бы не, не так принципиально важен там, да? То есть 55, а вот еще за 40, и вот еще есть... Все, еще один десятый нужно. Так, 66 какой здесь? 61. 61, да? То есть вот этот вот. Окей. Короче, получился у нас контракт на 453 рубля, то есть можно от 113 выбить кусок говна какого-то и за 1815. Пишем знакомую букву и смотрим, что получится. А я водички пока хлебну. Ну, 138 проклятие, да? Окей, окей. А лупа на воротник называется. А, ну что, тогда вот эти вот. Закидываем, да? то есть закидываем все, то есть контракт на тысячу можно выбить, в принципе, до 4 Ну, наша любимая буква, наша любимая, любимого слова там, да, и 352 азимов. Ну, 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 причмокнуть только осталось, да, то есть после того, как он это все, ну, вот эти я выведу тоже, я эти скины выведу, ну, я их выведу. То есть, в принципе, нормальные. В принципе, нормальные скины. Можно будет, если что, там на розыгрыш потом пустить. Можно, если что, потом пустить на розыгрыш. Так, за 30 продаем. Так, давай-ка мы сейчас это. Опа, доступные. Смотри, а, вот принимаем трейд, да? Давай. Принимаем трейд. Ну а ч ⁇ ты до сих пор меня не запомнил, что ли, здесь? О, идентификатор хренов. А где мой телефон-то, блин? Что-то телефон просрал, сейчас минуту. Так, Steam. Steam идентификатор. Где ты тут, Steam Guard? NC68T. Давай. Ох ты! Смотри какой, смотри. Трек, он 100 трековский, поняли, охренеть. У -у -у. Давай глянем, сколько он в этой стоит. Сколько он тут стоит? 783. На сотку. То есть он на сотку дороже, практически стоит. Стоит на сотку. Ну тут всякий шлак, Осужденный какой-то. А, это мне там смачмейки с, с, матч... с ММК выпало, короче. Давай, вот этот запросим, и вот этот запросим. Ну и еще сейчас. Так, это ждем покупателя, продавца и этот будем ждать. Ну и этот, наверное, тоже какой-то. Может из них, может оба даже статрековских. Черт их знает. Посмотрим. Короче, я не дотерпел, видите, то есть не, не стал дожидаться, как этого там. Как говорил там, мы сделаем. То есть пока... 30 открытий не сделаем. Смотри, то снова разъяренная толпа и снова с фрикейса чуваку он выпало. То есть сегодня походу, это разъяренная толпа с фрикейсов падает. Ну и все, и все на этом. Так, а какое тут качество у тебя? А вот после полевых испытаний. А это не тот вот. После тоже после полевых испытаний. Ну так себе, да. Так себе, что 45, смотри, за 45 что-то есть. Ну, за 45 мы оставим. То есть, нам в любом случае еще а -а 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 с контрактами, я, естественно, не завязываю. Вот. Так, что, ну, сколько тут? На 40. На вот так. 20 скинов наберем, которые от 40 рублей. То есть, мы еще, еще сделаем контракты. Ну, должно же, на контракте где-то что-то выпасть. Выпасть При, Прикольная, приятная Интересная, там вкусная, сочная Я не знаю, как там Как еще сказать Выпал же мне этот Баб, Баба-спецназовец Выпала Ох ты, 76 Так, это мы продаем Это продаем А, ну, соответственно, вот это продаем И вот это продаем А этот оставляем Давай Кому-то там ролики смотришь, там выпадает сразу. Там, окуп в четыре раза. Эх, я знаю. Ну, под... Вы видели? Смотрите. Охереть! А, 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 сегодня просто! Сегодня просто вообще огонь! Просто выпуск! Выпуск просто огонь! Смотри. 381 рубль. Desert Eagle. Ага, с Ширпа кейса. С долбаного ширпа кейса. Поняли? Так, тогда мы тебя тоже запрашиваем. Выпуск. Ну, выпуск, конечно, короткий. Так, принимаем. А, это, подожди, это. это ну эту хрень я уже принял. А, нет. Так, принимаем обмен. Без подтверждения там, Guard'ов, без всего. Так, все, окей, азим. С наклеечками. Смотрите, -то наклеечки Тоже после полевых, ну, говеное качество, да. То есть, конечно. Сколько ты тут стоишь? 397, почти 400 там, да ну окей окей так давай еще ä, принять принять так ä, принять трейд еще еще там да а ну обычный маг проклятие обычный тоже обычный а, не буду я там смотреть так 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 запросить вот этот мы тоже запрашиваем тоже запрашиваем Слушай, ни хера себе, это вот мне выпал этот хрен за 700 рублей, то есть вот э, за, ну, 1300 я, получается, слил, там 1400, там, грубо говоря, да, но у меня по скинам получилось 700, 300, ну, то есть почти 400, 350 и 3, 140, 500 рублей, еще плюс 380. 880 и плюс тот за 700, 1500, ну, не, ну, в любом случае, как бы, в плюсе там, да, то есть, в любом случае, в плюсике я оказался, то есть, я в любом случае, сегодня, в принципе, в плюсе, и, и окей, то есть, я хотел же узнать давно, сколько там вот этот фиолетовый Desert Eagle, ну, вот, нате, получить еще нож, давай, выпади сегодня, я просто охренею, конечно, отчасти, ну, нож не выпал, нож не выпал, вот, острый, принять трейд, как махом, Слушай, давай, это предложение обмена, все, что, меня задинамили, что ли, или что? <к 6> <ст> <к Kristen> Скажи, что это, что-то я не понимаю, а что за беда, больше не действительно закрыть, что за приколы, а ну-ка, ну вот, ты пишет принять трейд, ну... Предложение действительно. Ну, короче, я сейчас не буду мучиться. То есть, там... А чё, чё ты мне пишешь-то? Не, подожди, смотри. Он поняли, он просто исчез. То есть пишет предложение действительно. И он просто исчез. Я что-то ничего не понял. М -м Это что за... за... А вот он, он пришел, смотри, он как-то автоматически сразу пришел там, да? Сколько? 470. Давай-ка, вот смотри, 470 плюс по стиму считать, если плюс 185, это 655 плюс вот это 300-400 грубо говоря, ставим 1005 и вот это, да? То есть тысяч, примерно 1800. То есть примерно вот сегодня я 1800 рублей отсюда вынес. Ну. Я считаю нормально вот, то есть для ширпа кейса то есть я считаю это нормально Чё, короче что видео затягивается в общем ребята ну подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите ваши комментарии отзывы пожелания предложения всему буду буду рад вот а на этом я буду заканчивать увидимся с вами завтра в следующем выпуске всем пока